ערב טוב, אנחנו חוק לישראל פרשת קיטיסה ליום חמישי, נעד שצוירק, ירזון שאילמוד ומשמעת, כל לפי המיוח למור מולכם בן תמר, וגם מוזקני יעקב בן יפתק במקרה חוסני, וגם מולו אמרש אברהם חסידו הכהן בן פרחה, וגם אסתר בת שרה. טוב, פרשתי תורה נמים כתובים, ספר משנה, טרקת מנחות, גלבה סדמיה. Эта глава говорит, какой размер муки нужен был для мучных жертвоприношений. Говорит Мишна так. Хатода хайта ба'а хамешсаим ярушальмиот. Тода, это приношение тода. Туда приносили, эту муку приносили 5 сеа иерусалимских. То есть это определенная мера веса, который пользуется в Иерусалиме. То есть это была такая, как можно сказать, чаша, как у нас... Плов делают 2 пелушки, 3 пелушки. Да, это сеа называлось. Шехен шеш мидбариот. Шоусиф алмида, шеата биме моше, вигдиру эда саа, вэхад мишеша, шеша, шеша, шея биме моше, наса хамиша, ваотан шеша, 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 штефот. Но это было как 6 сеа, которые были в пустыне. 5 и 6. То, что были в пустыне в 5, в Иерусалиме стало 6. То есть 6 килограммов, которые там, если можно сказать, стало как здесь 5 килограммов. То есть они добавили. И эти 6 сеа, которые были в пустыне, то есть что они сделали? Скажем, пелушки, да, или что там, стаканы. Нужно было принести 5 иерусалимских стаканов муки, которые равнялись 6 стаканам из пустыни, которые были в пустыне. Эти 6 стаканов, которые были в пустыне, то есть каждый иерусалимский стакан был 5.2, то, что было в пустыне, добавили к ним одну пятую часть. Поэтому штефот, он говорит, шехен шеш мидбариот, штефот. И эти 6, которые были в пустыне, они были 6 эфот. То есть на каждый сеа 2 эфа. Ва эфа шалош сеин. И каждая эфа это 3 сеа. Каждая эфа это 3 сеа. Шеш, а то это хамеш сеин, шеш мидбариот, штефот. То есть каждая эфа это 3 сеа. А эфа шалош сеин, как мы сказали, а эфа одна сеа 3 сеин. Да? То есть опять. А если это было а эфа, мы сказали, нужно 6 сеа. То есть было 3 стакана, был еще один размер, который один целый стакан в пустыне. Эсрим Исаро, это 10, это 20 десятин, дайну, асара для хамец, асара для маца, 10 для хамеца и 10 для маца. Что? Хайну, асара Исаро для хамец, холоха для хамеца это асуя ми Исаро нехад, асара для маца, дишлушим халушим маца, асуим ми Исаро. Теперь, мы сказали, эти курбан, которые приносили, было 4 вида, да? Один был вид хамец, 3 остальные были маца. Маца как хала, маца как мы сказали печенье и маца как хорошо пожаренный вафельс, да, и хорошо пожаренная маца. Вот это, которое маца, это было приношение из хамеца 10 исарон. И все 30 остальных, которые были как маца, тоже 10 исарон. Асараль хамец, исарон, асараль маца, асараль хамец, исароль хала, асараль маца, у маца шлоша минин, халот уркикин, урвуха. Дайте еще, эй, меня анкулуя бы шемен веешь бори буй шемен. Да, как мы сказали, что он говорит из Мишнава, асара ла маца. Асара ле хамец, 10 для хамеца. Исарон ле хала, 1 десятая для халы, асара ла маца, 10 для мацы, ума маца шлоша. Что-то Мишна повторяется. У маца было 3 вида. Халот, как халы, рехикин, это вафли, и урвуха, это глубоко пожаренное приношение. Или он говорит, что халута бемайм роткин кодема фията. Или здесь другое объяснение. Да ти нота шиньян клюяба шемен, веешь бори буй шемен. Рамбам объясняет, что это глубоко пожарное. А здесь объясняет Мишнат и Лезер, что и в руках халута бемайм. Объясняет Бартенура, что перед тем, как ее печь, ее ошпаривали водой. Опускали в кипяток. Нимцы ушло шайстронот, ушли лехоль мин. Что получается? Что в маца было 3 эстроним и 1 третья. То есть эти 10 разделили на 3, каждый получил 3.3. Шлоша халот ли исарон бимида Иерушалми и даю шелошим кав. То это было шлошим кав. 30 кавов. Шаса аши шакавин. Каждая сеата 6 кавин.
Хамиша асар ле хамец, хамиша асар ле маца. Теперь опять мишна повторяет. 15 для хамец, 15 для маца. Хамиша асар ле хамец, кава хайци ле хала. То, что было 15 для хамеца, сколько там халот было? 10, но выход 10, 15 кавов разделить на 10, получается полтора. Полтора кава на каждый приношение из хамеца. Лехала вахамиша асар ле маца. 15 для мацы, ва маца шлоша мини. Опять маца три вида. Халот, уркиким, уруха, немцу, хамешет. Кавим лехол мин ште халот лекав. Немца хамешет кавим лехол мин ште халот лекав. Для каждого вида два кава на одну вид мацы. Вторая мишна. Ха милуим. Что это милуим? Аюбаим кем маца шебатода. Милуим — это корбан, который приносил Аарон и его дети, когда они стали коэнами. Милуим, это в Израиле это слово из милуим, это когда солдаты в армию идут, когда уже армию закончили, каждый там год, два, три месяца у них милуим есть. Резерв. Как резерв. Но они идут там, а милуим это когда их ввели в коэнов, когда их учили. Там какая была маца? А милуим, а юбаим, кем маца, шеба туда. Эти милуим, которые коэны приносили, были только маца. Не хамец. Халот, уркики, уркиким, урвуха. Три вот эти халот, вафли и пожаренное или ошпаренное в воде тесто. Дальше. Ханезирут. Теперь назир. Кто это назир? Человек, который взял на себя обет не пить вино и не стричь волосы. Если он просто ничего не сказал, сколько он должен стоять держать этот? Один месяц. 30 дней. Он приносил, когда этот курбан, когда он начинал стричься. Или, да, когда начинал бриться. Хайтаба аштеядот. Две части у него было. Бемаца шебатуда халот уркиким ве эн ба ревуха. Первый курбан его был, это маца, не хамец, который как в тода, курбан тода, это благодарственная жертва. Халот уркиким. Хала и вафли. Но пожаренная или ашпаренная там не было. Нимцы у асара кабин, ерушаль миот. Было там 10 кавов. Опять это размер иерусалимских. Шехен шиша эстронот ва адуян. Это 6 эстронот и еще 1/3 эстрона. Шнешлиш. Дальше. Умикулан. Хаянотель эхад ми асара трума. И какая бы ни была, это курбан Кохена. Или курбан Назира. Да, коэн, который сказал, или назир, хаян нотен лехад ми асара трума. Один из 10 брал как трума. Коэн. Он принес 10 хлебов, один оставался коэн. Еще не марка написано в Торе. Викрив мимену эхад ми коль корбан трума ладунай. И принесет корбан, можно сказать, трума для Всевышнего. Одного из них. Корбан для Всевышнего. Эхад шелу и толь. Все, почему написано эхад? Лично принесет из него один, как курбан для Всевышнего. Почему один надо писать? Эхад шело и толь парус миколь курбан. Чтобы не был он разломлен, целый чтобы был. Шию коля курбанов шавин. И они все должны быть одинаковые и цельные. Вешело и толь микурбан лахаверо. То есть, от одного вида не имеет. Так, три вида мацы ему принесли. Не имеет взять от одного три, а остальные оставить. Нет. С каждого по одному. С вафлей за другие виды не можешь брать. Три вафельные приношения, а два там полностью останется. С каждого вида по одной маце. Он должен принести 10 хлебов? 10. Тотал? Нет, 40 тотал. А, 40? 40 тотал. Каждый вид по 10 хлебов. А, и 4, он 4 должен забрать? 4 должен забрать. Если там, где было по 3 хлеба, или когда по 2, берет 1 или 2, но от каждого вида по одному. Менять не может их, замещать не может. И назир и коэн. Да. Вешело и толь микурбан лахаверо, лакоэно, азорег, это дам, ашламим, лоева, шарне, халабаним. Кому это берется? Это берется, теперь это не сжигали, а давали коэну, который окроплял кровью жертвенника, курбаном этого человека. Эти трума ел коэн, а остальное ел хозяин. Третья мишна. Ашохет эт хатода бифним. Велахма хуслахума лока даша лехем. Теперь, человек, который приносил курбан туда. Барашка приносил, это благодарственная жертва.
Он когда ее зарезал, но когда он, с этой благодарственной жертвой он должен был принести вот эти курбан менахот, хлебные жертвоприношения. Теперь. Он когда курбан резал, эти хлебные приношения еще были написаны в Мишне за стеной. За какой стеной? Одно объяснение, за стеной Иерусалима. То есть я знаю, он их испек, а потом сказал жене принеси, а сам уже пришел в Бет-Амикдаш и зарезал там этого барашка. Или Рамбам говорит, что это было за местом Бет-Баги, это там, где пекли эти менахот. Хлеба. Хлеба. Теперь. То есть что получалось? Он и барашек в Бет-Амикдаш, и барашка зарезали, а эти хлеба еще там не были. Они были или за Бет-Амикдашем, или за Иерусалимом. По разным объяснениям. Ло кадаш алехем. Это хлебные приношения, мучные приношения, святость не получили. Корбан святость получил, но эти хлебные приношения святость не получили. Шехата ачело карму батанур, вафилу карму кулан хуцмеха адмеен ло кадаш алехем. Теперь. А что если он когда зарезал, эти хлеба еще пеклись? И они еще не покраснели в печке, и он корбан зарезал, они тоже еще святость не получили. Или даже если они все покраснели крови, кроме одного, все равно святость не получили, потому что пока этот хлеб в печке не покраснел, он считается просто тестом, не считается хлебом. Ну до этого он не был все равно. Это уже другой случай. Это outside of Jerusalem. Outside, это separate case. Подготовый. Это separate, тот был готовый. Okay. Теперь это новый кейс. Но это тоже outside или даже внутри? Немцы сказали, это там где-то пекли, в этом Мигдаш пекли. Дальше. Прямо где-то, там где-то мы говорили на той неделе, там было место. Замешивали в одном месте, а пекли в другом, там. Дальше. Шехата. Теперь шехата. Хусли змана ве хусли мкома. Кадаш алехем. Теперь. А когда, если он резал курбан, когда он резал, у него неправильные были мысли покушать за разрешенное время или в неразрешенном месте, тогда этот хлеб получил освящение, кадаш алехем. Но объясняет Мишна Делезер, что да, он получит святость получил, но потом снова стал пасуль. Хлеб. Хлеб. Курбан уже пасуль стал, потому что он зарезал его с неправильными мыслями. Как курбан стал пасуль, несмотря на то, что хлеб осветился, он тоже стал пасуль. Дальше говорит Мишна. Шехата бенимце терефа ло кадаш алехем. А если он зарезал этого барашка, и этот барашек получился тареф, непригодный курбан, хлеб не осветился. Почему? Потому что уже это животное тарефа было до того, как он его зарезал. Как? А, если знали. Уже тареф, уже был тареф, не знали, уже был. Мы узнали, что он тареф только после того, как мы его зарезали. Okay. Но он-то был тареф до этого. Это было внутри, только мы не знали, мы не могли определить, что он тареф. Поэтому так как это уже барашек изначально был непригодный. Но хлеб тоже получается уже непригодный. Нет, хлеб святость не получает. Мы сейчас смотрим, этот хлеб святость получил или нет. Стал кадош или нет. Значит, барашек, так как вышел некошерный, не считается. А да. Почему на Песах считается? Что считается? Если он делает курбан Песах. Так. А режет, смотрит тареф. Нет, другой должен принести курбан. Но он... А, да? Да. Не на второй Песах, в этот же день. В этот же день, да. Если успеет. А если не успеет? Если не успеет, хороший вопрос. Если не успеет, что мы сказали? Он курбан принес, не принес? Он курбан не принес? Курбан ему не засчитался? А? Мы говорили, по-моему, засчитался он. Просто он засчитал, что он сделал, но он тареф, он его кушать не может. Второй не обязательно, по-моему, был. Нет, на второй Песах. Если он тареф, не может, не засчитался ему. Есть случаи, когда за него курбан сделали, но он кушать не может. Например, он стал нечистый. Это считается. О, это считается. Ему курбан сделали. Не главное кушать, главное сделать курбан. Но если курбан тареф, он уже сам по себе непригодный курбан. Он не может ему засчитаться. Окей, давайте дальше поехали. Шехата венимцет бааладмум. Раби Элиэзер умер кадаш. Хами умрим ло кадаш. Теперь. Зарезали этого барашка, а потом проверили, и получилось, что у него был небольшой порок, изъян, дефект. Да? Что это значит? Раби Элиэзер говорит,
Раби Элиэзер считает так, что если уже этого барашка поставили на жертвенник, а потом провели его кожу, проверили его кожу и нашли там какой-то маленький изъян, Раби Элиэзер говорит, так его на мизбеах поставили, его мы не спускаем. И почему? Потому что это не был заметный порок, не был сильный порок. Поэтому говорит Раби Элиэзер, омер кадаш, потому что поэтому он говорит, эти хлеба осветились, с которым принесли с этим курбаном. Хахамим, омрим ло кадаш, хахамим говорят, нет. Хлеба не осветили, статус святости не получили. Дальше говорит Мишна. Шехата шелу лишма. Он зарезал не во имя этого курбана. Неправильно. Был один курбан, мы сказали, это тодар, благодарственный курбан. Он зарезал во имя другого курбана. Опять хлеб, который он с этим курбаном принес. Ну не хлеб, мучные приношения, скажем. Не получил святости. Вехен эля милуим. Муадин или холи курбанот, эля де милуим, а я рош ли холи курбанот. И так он говорит эля милуим. Кто это эля милуим? Это опять бараш, которого принес Агарон и его сыновья, или потом будущие коэны, которые становились коэнами во время их посвящения. Вехен шнеки все ацерет. И также два барашка на Шавуот. Шешхатан шелу лишман, если зарезали неправильно, не во имя этих барашков для коэна, как курбан шлами милуим, и не как для курбана на Шавуот, и тоже он здесь объясняет Мишна Делезер, и барашка, который принес Назир, что не во имя этого Назира, ло кадаш алехем. Хлеб святости не получил, потому что курбан непригодный, и хлеб тоже святости не получает. Четвертая Мишна. Нехасин шекачу бекели, венимца газевах пасуль. Теперь. Что за грехны инки душим бехли эла алиадей шехита? Несахим шекачу бекели. Человек зарезал барашка и взял его кровь в посуду, которую должен был взять. Но потом получилось так, что курбан, который он принес, пасуль. Что делать с этой кровью? Имешам зевах ахер. Если говорит, есть другой курбан там, который был зарезан. И этого курбана крови нету. Пролилось, не собрали, не знаю что там. И криву ему, пусть говорит, вот с этим другим курбаном эту кровь принесут, которую собрали. Почему? Потому что как кровь уже в эту посуду попала, она осветилась. Ведавка бешельцы бурделет для бедин, матне алеем, чем пасер курбан, делев бедин, вию, лезвехахерум, парыш бакмана, дехасурек мусар, мамин дворем урим, бешешая, зевехазевуах. Теперь, когда это относится, когда это был курбан общественный, потому что когда приносили общественный курбан, бедин постановлял, что если этот курбан будет непригодный другой курбан, а кровь его заменит кровь этого курбана. Поэтому это уже как бы включалось. Ве им лав и паслу белина. Но если нет другого курбана, тогда эту кровь оставляют на ночь, и после ночи она становится пасуль, потому что ночь прошла. Велад тода. Теперь. Влад тода. Человек сказал, я сделаю курбан тода, благодарственную жертву. Взял барашка, который был беременный, овечка, и она родила. Что с этой овечкой? Влад туда. То есть у этой овечки появилась барашка. Утмурата. Или он взял эту овечку, другую, не обязательно беременную, и сказал, что я не ее возьму, а другого барана я дам за эту овечку. Вамафриш тодато веавда вифриш ахерет тахтея. Или он взял одну барашку и сказал, это будет курбан туда. Эта барашка потерялась. Он взял другую барашку вместо этого. То есть здесь все получается вместо. Или один родившийся, или один потерялся, взяли другого, или он сам заменил, что не имел права менять. Энанты унин лехем. Все эти курбанот, не надо с ними приносить курбан из муки. Какие курбанот? Барашку беременную он осветил, родилась у нее... Другой барашек родился. С этим вторым он тоже святой. Двоенство. Да, но с первым надо приносить мучные приношения, а с его ребенком не надо. Если она родила, если она... можно курбан делать? Да. А, можно. Да. Теперь то же самое мы сказали, он взял одного барашка и сказал, нет, это я нашел еще лучше, или это мне нравится, я оставлю другого. Оба становятся святыми. Да. С первым обязан принести меноход, мучные приношения, со вторым нет. Или барашек у него потерялся. Один барашек потерялся, и пока его нашли, взяли другого барашка. Двое, да? Теперь.
Потом, здесь интересно, это уналехем вело велада, сейчас я думаю, вяфриш туда, вавда, вяфриш ахерет ахтея, энан туним лехем. Здесь, когда он это, сейчас надо посмотреть, здесь, когда он одну взял, она потеряла, взял другую, сейчас посмотрим, по-моему, вторую зарезали до того, как он нашел первую. Это у нас четвертая мишна, сейчас одну секунду, посмотрим их комментарии здесь, как я помню. Where is that? Yeah. Зарезали второго. То с этим вторым не нужно приносить корбан менахот. Энан теуним лехем, шенеймар, написано в Торе, бикрив аль зевах хатода. Хатода. Что написано в Торе? Вот эта буква, одна буква Хей показывает. Написано, и принесет он с корбаном тода. Хатода. Вот эта буква Ха есть. Как на английский The. Есть? Вот это. Вот это он говорит, именно теуна, хатода теуна лехем, вело велада, вело халифата. Корбан тода. Первый, который он отделил, с ним нужно принести мучные приношения. Но не его замена и не потомки, которые от него вышли. Вело темурата, и не ее замена. Туна лехем, вело велада, вело халифата. Дайну им мацу аршона, ахраши и криву ашния, гамми эна цирха лехем. То есть, даже если, говорит, нашли первую, после того, как зарезали вторую, тоже там корбан из муки не надо. Вело темурата, и та, которую заменили. Дайну... תונה לכם ולא ולדה ולא חליפתה ולא תמורתה תאונים לכם. דהיינו שעומדת בעין אומר על בהמה אחרת זאת תמורתה, כל אלו אין תאונים לכם. כמו סגב סיום. פיאטה משנה. דה שתו, סקקים קורבנם פרנוסת מושני פרנשניה, סתם כתור און וידידו. יבו פמיניהו, זמיניהו, אישו שאתה זהו, סנימי, יצי קורבנות פרנוסת, נו בס חלב. דה שגרד משנה. פיאטה משנה. האומר הרי עליי תודה יביא... Человек говорит, я обещаю принести курбан туда. Должен принести этот курбан и мучные приношения из хулин. Что это хулин? Не от маасера, не от десятины. Сейчас посмотрим, что это не первая десятина, а вторая десятина. Почему он сказал, на мне обязанность принести такой курбан. Что, когда у него есть обязанность, не приносит с маасера. Дальше. Туда мина хулин велахма мина маасер. Он что говорит, я принесу курбан туда. Барашку принесу со своих денег. А мучные приношения с десятины. Яви велахма минхулин. Он говорит, не работает. Барашка, если не из десятины, то и хлеб идет за этим барашком, как из будних барашков он принес простых, такой и хлеб идет за ним. Дальше говорит мишна. וכיוון שהתודה מן החולין יחייב ולכן גם רחמה צריך תודה מן המעשר ולחמה מן החולין יביא התודה והיא ולחמה מן המעשר נו יש לנו סקזל שתו קורבן יפרינסו עד דיסיטיני אך מוצנוי פרנשניה איס פרסטוי מוקי דושו פרינסטי אי קורבן אי מוצנוי פרנשניה איס דיסיטיני תפה שואת את דיסיטינה Дальше говорит, Велахма яви минамасер. Яви. Вело яви михите маасер шени. Эля мимоот маасер шени. Мимоот маасер шени. Теперь, что значит маасер? Не десятина, которую он отдал Леви, а это вторая десятина, которую мы сказали, маасер шени, которую он должен был привезти в Иерусалим или съесть. Или для себя, или он этот маасер продавал, выкупал его деньги, деньги получали святость, он приходил в Иерусалим. Поэтому говорит здесь мишна, что вот это мучное приношение, которое он должен принести, он не приносит из зерен второго маасера для себя, который он отделил, а из денег, которых он этот маасер выкупил. То есть приходит в Иерусалим, там покупает это. Икне кемах, де лехем думян, шламим биньян, машламим лошаях ми маасер ацма кидаркаман, аф лехем лоиках ми маасер ацма. Да, как мы сказали, шламим он не имеет права брать из своего маасера, так и этот хлеб. Дальше говорит Мишна. Шестая Мишна. Минайн ла умер, харе алай тода, шело яви эла, мина хулин, шенемар, везавахта Песах, ладонай, лоэха цону бака. Мы с вами, Барух Ашем, проходим трактат Псахим.
Какой бараш Мруиманель подходит для Курбан Песах? Какие животные подходят для Курбан Песах? Барашки и козлята. Быки подходят, коровы? Не подходят для Курбан Песах. Буз? Буз Госпан. Теперь говорит Мишна здесь так. Откуда, говорит, мы знаем, что человек, который сказал, я на мне или с меня Курбан туда, благодарственная жертва, что он должен принести именно с будних, а не из десятины. Как написано в Торе, «Беззавахта Песах ладуна елёха цону макар». В Торе написано, и принесешь Курбан Песах Богу Всесильному своему из мелкого рогатого скота и крупного рогатого скота. Крупный рогатый скот подходит для Курбан Песах или нет? Нет. Нет. А как так мог пасук сказать? Да кое нафтанет. Говорит, поэтому, что опять Тора здесь учит нас чему-то другому. Чего учит? Вехало, говорит Мишна, вехало, эн Песах ба, эле мина кевасим у мина айзим. Говорит Мишна, Тор написано из баранов и быков. Да? Он говорит, Песах может быть только барашки и козлята. Как Тора могла написать быков или коров? Имкен лама неймар цону бакар. Почему написано мелкий рогатый скот из крупный рогатый скот? Эле ля киш кола ба мина бакар у мина цон на Песах. Показать нам, сравнить. Или зацепить, что все, что мы приносим на Песах, будь это из барашков или из быков, ма Песах, шуба бехова, эйно ба эле мина хулин, аф коль давар шуба бехова, ло яво эле мина хулин. Как Песах. Человек может из десятины сделать Курбан Песах? Не имеет права. Как Песах должен принести со своих денег, с будничных денег, так и все, что человек взял на себя обязанность, Корбан тогда, благодарственная жертва, должен принести из простых денег. Для Галова Песах Мицраим Луая Маасер Шини. Почему? Откуда мы это знаем? Потому что Песах первый, где был Песах? В Египте. Там десятая десятина была, вторая десятина. Первая была, третья. Там ничего еще не было. Первый Корбан Песах был из простых барашков, неосвященных, так и все последующие Корбанот. Обязанности, которые есть. אַפ כל דבר שום בב חובלו יבו אלה מינחולין. לפיכך אומר הרי עליי חוב תודה, בנוגד שקטור גברית ועוד סמיניה קורבן תודה, הרי עליי שלמים מילי סמיניה קורבן שלמים מירני ז'רטווי, הועיל והם באים חובה, תקה כתה אביאזנסט, פתאום שאונס כדל נמנה אלי סמיניה את הקורבנות, לא יבואו אלה מינחולין. נימוש פרינסטי איז אקס מעשר שני, סחטרוי דיסטיני, אף פרינוסית איז פרסטיך ברשקה. והנסחים בכל מקום לא יבואו אלא מן החולין. הנסחים, וזליבניה, בינה, דרשנו ביץ. אפילו אמר הרי על האלה אביה מן המעשה. דרשנו סקזר שתו יא פרינסו איך דיסיציני. נירבותית פרינוסית ולובו אברמיה איס פרסטו ובינה. כיוון שהם כליל אינו יכול להביאו מן המעשר ואכלו מן המעשר דגם והדר. סתת אכיל דבש תו. אכילה שיש בשמחה מן המעשר תכתיב. Кеван шеем кали. Почему? Потому что это вино, которое он вылил, он его потребляет, все, оно ушло. Яхоль, он не может принести это от маасера. Почему? Потому что маасер, написано в ахальта, маасер деганха. Ты будешь кушать маасер десятину своих плодов. Вегадар китив, весамахта. И потом написано, ты будешь радоваться. Ахила шеш басимха. Та еда, которая есть, которой есть радость. Именно такая еда засчитывается. Поэтому то, что выливается, не считается как курбан. No, не считается не считается с десятиной. Не может принести с десятиной, потому что он его не кушает, он его полностью выливает. А десятину обязательно кушать, да? А эту вторую десятину человек должен кушать и с радостью должен кушать в Иерусалиме. טוב, это משנה на сегодня. Гмара на сегодня говорит так. Меналан де малин бакодеш. Откуда мы знаем, что в святости постоянно нужно подниматься? Как Муравин Рубинхайм говорит, малин бакодеш, малин бакодеш. Так говорит, что человек всегда должен расти. Раньше молился одну молитву в день в синагоге, теперь потом два, потом три и так далее. Не имеет права уменьшать. Говорит Гмара, откуда мы знаем? Это Гмара трактат Менахот, лист 99, страница 1. Меналан де малин бакодеш. Откуда мы знаем, что в святости нужно поднимать, а не опускать? Амар Раби Аха бар Яков да Амар Кра. Объяснил Раби Аха сын Якова. В Торе написано, книга Бамидбар, 17 глава. Эт махто тахтаим ха эле бен навшотам.
ועשו אותם רקועי פחים ציפו למזבח, בתחילת השמישי מזבח ועכשיו גופו של מזבח. Что там было история Короха, да пришел? Что было с Корохом? 250 человек принесли совки с благовониями. Что потом сделали? Когда они все умерли, написано в Торе, Бог сказал, возьми эти совки и сделай из них покрытие для мизбеха. Абей ими мизбех. Они были нехоши, медные, и мизбех был медный, абей их. Говорят хахамим, говорит Гмара, сначала они были всего лишь аксессуары, вспомогательные инструменты для мизбеха. Но потом, когда уже на них сделали же курбанот, эти 200 человек умерли, и они осветились, они стали частью жертвенника. Поэтому их статус поднялся. Были всего лишь аксессуары, вспомогательные, а теперь стали частью мизбеха. Откуда, отсюда говорят? Да. Но все равно, они, каждый из них считал, что каждый из них достоин быть Коэн Гадолем. Поэтому им Моше Рабейну сказал, вы должны знать, из всех вас завтра один человек останется. И все пошли. Кого Бог выберет, и все, они пошли. Каждый из них считал, что он может стать Коэн Гадолем. Поэтому, да. Не боялись. Не, Рувен, это были большинство колен Рувен. Поэтому говорит Хахамим, Оля Раша, Оля Шхено, Хахамим говорят, ой, злодею, ой, его соседу. Потому что, как мы сказали, Мишкан был посередине, с трех сторон были семьи Леви, и с четырех сторон были сыновья Якова. Там, где Леви жили, их соседи были колено Рувена. Кроме этого, на что они рассчитывали, Рувен был первенец. Поэтому Корах как их поджигал, Корах сказал, почему они все себе забрали? Первенцы должны служить в Бет-Амигдаше, должны служить в Мишкане. Поэтому вы достойны быть коэнами. Все, поэтому конечно. Так он их зацепил. Поэтому отсюда мы видим, что Гмара говорит, поднимаем святости, мы поднимаем. Были простые совки, а стали частью жертвенника. Дальше говорит Гмара. Ашер шибарта весамта баарон. Теперь написано, но не пропустили здесь. Сейчас посмотрим. Нет. Написано пасук в Торе, книги Дворим, 10 глава, Ашер шибарта весамтам баарон. Что? На этой неделе мы читаем. Моше Рабейну разбивает скрижали после греха Золотого Тельца, да, Парашат Китиса. Говорит Гмара, Бог сказал Моше, и целые скрижали, и разбитые скрижали, которые ты разбил, положи их в Арона Кодыш, в Ковчег Завета. Тане рав Йосеф меламед. Шалухот, вешивре лухот, мунахим барон. То рав Йосеф учил, что, как мы сказали, и лухот, и скрижали, и разбитые скрижали были в Ароне. Микан леталмид хахам, шешахах талмудо, мехамат онсо, шеногим бо минхаг бизайон. Отсюда говорит рав Йосеф, мы видим, что талмид хахам, мудрец Торы, который забыл Тору, вынужденно забыл, состарился, еще какие-то проблемы, причины, нельзя его позорить, нельзя с ним вести неподобающе. Почему? Потому что он сейчас как разбитые скрижали. А разбитые скрижали тоже были ворона кодыши. Почтение должно для него сохранять. Амар эшлакиш пеамим шебитула шел Тора зоги есода. Иногда говорит, эшлакиш говорит так. Иногда говорит. Иногда говорит. Отмена Торы это ее поддержка. Как, например, приводит здесь Мишнат Агарон. Человеку нужно жениться, нет денег, можно продать Тору, чтобы человек женился и построил семью. Это несколько исключений, есть несколько исключений, когда можно продать Тору для какой-то мицвы. Зои Есода. А кому продавать свой дарабай? Он всегда. В другую синагогу. Теперь, поэтому в диктивке написано Ашер Шибарта Амарло Акадош Баруху Ле Моше Ешер Кохаха Ашер Шибарта. Что получилось? Моше здесь как бы отменил Тору. Что он сделал? Он разбил скрижали. Что Бог сказал? Ашер шибарта. Те скрижали, которые ты разбил. Ашер, это как бы ешер кушкав. Ешков. Говорят, они сказали. Ешер. А? Который? Скрижали, который разбил. Бог сказал, правильно ты сделал. Молодец. Правильно? Да. Почему он это сделал? Много есть объяснений. Одно из объяснений, что евреи были настолько разнузданы, free to do whatever they want, что they needed shock. Да. Нужно было какое-то потрясение. Поэтому, когда Моше разбил эти скрижали, они все отрезвели.
Как мы говорили, гмара говорит, человек, который пьяный, что может его отрезвить? Страх. Если он вдруг чего-то испугается, все это вино у него улетучится, этот алкоголь. Поэтому здесь тоже одно из объяснений, почему Моше разбил, нужно был шаг. И Бог говорит, то для... Он что сделал сейчас? Он разбил Тору, разбил скрижали для поддержания Торы. И Реш Лакиш говорит, иногда это нужно. Реш Лакиш, Талмид Хахам, Шесарах, Эн Мевазин Ото Бефаресия, говорит Реш Лакиш, Талмид Хахам, который сделал грех, его прилюдно нельзя позорить. Шенеймарка написано в Моше Анави, Вехашальта Хайом, Вехашаль Гам Нави Имах Лайла. Он говорит, ты споткнулся сегодня, согрешил днем, и согрешит с тобой, споткнется с тобой пророк ночью. Касеу Калайла. Что это значит? Закрой его. Он согрешил, он ошибся. Как ночью темно, ничего не видно, как будто ничего не было. Дальше говорит Мара, Мара Шлакиш, Колам Шакех, Давар Эхад Милимудо, Овер Белав. Говорит Шлакиш, человек, который забывает одно из учений Торы, которое он учил, нарушает Милимудо, Овер Белав, нарушает запретительный запрет по Торе. Что написано в Торе Шенемар? Раки Шамер Леха, Ушмор Навшахаме От, Пентишках Это Дварим. Написано в Торе, охраняй себя и охраняй свою душу очень, чтобы ты не забыл эти слова. То есть в Торе есть мицва. Повторяй Тору, не забывать ее. Тора, Талмуд. Как человек может закрыть, который закрыть? Другие должны закрыть, не позорить его. Молчать, не говорить. Да? Не говорить, потому что мы говорим, ночь прошла, он уже 100% сделал чува. Поэтому говорит Гмара дальше. Коль маком ишамер пен валено, ай, да-да-дам. Векид раби Авина мар раби Ила. Как сказал раби Авин? Со слов раби Ила. Дама раби Авин, амар раби Ила. Коль маком шенемар ишамер пен ваал эйно эла ло тасе. Объяснил раби Ила. Везде, где в Торе написано, ишамер, охраняй себя, пен, чтобы случайно, или веал, и не, эйно эла ло тасе. Все это запретительные заповеди. Имеется в виду, эти слова идут как предлоги перед запретительными заповедями. Равина Амари Шамеру Фен Шнела Винингу. Равина говорит, есть два запрета, не один, а два. И Шамер это один запрет, не забывать, и Уфен это второй. Равнахман говорит, как Амарш Бишлоша Лавин Шенемар. Равицкак Банахман говорит, это три запрета человек нарушает, если забывает, не дай Бог. И Шамер Леха это один. Охраняй себя. Ушмор Навшеха и охраняй свою душу. Меот это два. Пен Тишках это дварим это три, чтоб ты не забыл. יאכול אפילו מחמת אונסו, תלמוד אמר, ופן יסורו מלבבך במסירה מליבו, הכתוב מדבר. Теперь, что получается? Говорит Гмара, мы можем ли сказать, что даже человек вынужденно забыл, то есть по возрасту, а это от него не зависело, и это он нарушил три запрета по Торе, или два, или один? Говорит Гмара, нет. Что написано в Торе? Уфен ясуру мельбавха, чтобы они не ушли из твоего сердца. Милибо, кату медабер. Мехамат он сом там удомар, уфен ясуру мельбавха, бим сирам милибо, кату медабер. Когда человек нарушает запрет, когда он сидит и умышленно забывает то, что он учил. Как? Хочет освободить свою голову от того, что он учил. Не хочу, говорит, больше это знать. Надо компьютер почистить. Надо другие вещи туда заносить, не дай Бог. Такой человек нарушает, да? Хочешь я забыть, говорю. Если сам по акциденту, сам выходит там... То он еще эти запреты не нарушил, да. Раби достай бар янай амар, яхоля филу таква ала в мишнато. Теперь спрашивает Раби достай сын янай, можно что... Такфалов. Мишна для него слишком тяжела стала. То есть то, что он учил, он не может поставить по порядку, не может вспомнить, как надо. Тармуд ломар рак. Рамуд сказал, рак и шамел хатам. Только. То есть опять, когда человек умышленно пытается забыть слова Торы, не дай Бог. Дальше говорит Гмара Раби Йоханан Верби Элазар, де амре тарваю, тора нитна бе арбаим уншама, ноцра бе арбаим. Хочешь рекорд сделать? Есть тебе место? Две секунды. Две минуты, это не больше. Интересно. То, продолжаем. То, говорит Мара, здесь трактат Менахот, лист 99, страница 1.
Говорит Мара, Раби Йоханан и Раби Элазар, дамне тарвайху. Раби Йоханан и Раби Элазар оба сказали. Тора нитна бе арбаим, уншама ноцра ле арбаим. Тору Бог дал нам в течение 40 дней, которые Моше находился в пустыне. И нешама у человека появляется на 40-й день в утробе матери. Как написано в Масехет Нида, и сегодня это ученые доказали, что первый электрический сигнал из мозга появляется на 40-й день. Говорит Гмара, колам шамер, это Тора нишматом миштамерет. Поэтому говорит Гмара, человек, каждый, кто охраняет Тору, изучает, исполняет ее, его душа в нем охраняется. Вехоль шену мешамер, это Тора, эн нишматом миштамерет. А каждый, кто не охраняет Тору, его душа, не дай Бог, не сохраняется. Тандавер Бишмаэль, то был мудрец в школе Бишмаэля, который сказал, Машаль, Адам Шимасар Ципор Дроль Авдо, на что это похоже? Например, человек взял и отдал ласточку своему рабу, дал птицу эту, и говорит ему, Вамарле, Ким Думе Аташи, Матаме Абдаш, Анинотель Мимха и Сар Бедамея, ты должен за ней хорошо смотреть. И не думай, что если ты ее потеряешь или если с ней что-то случится, я с тебя возьму только ее цену. $5, $10, сколько они стоят. Нишматха ани нотель мимах. Он говорит, твою душу я возьму, если это с этой ласточкой что-то случится. Лефиках колам шамер та тора нишматом миштамер. Поэтому он говорит, каждый, кто охраняет Тору, его душа охраняема. То это гмара на сегодня. Зор на сегодня. Продолжаем трактат Парашат Китиса, лист 194, страница 1. Говорит Зоар. Векарало оэль моэд. Что? И назвал Моше его оэль моэд. Что это оэль моэд? Место собрания для изучения Торы. Вехи лахава бекадмета оэль моэд. Спрашивает Зоар, а разве до этого он не назывался, о, не был оэль моэд, не было местом собрания? Конечно, говорит, шатер Моше Рабену было местом собрания мудрецов. Эла бекадмета оэль сетам. Но, говорит Зоар, вначале это был простой шатер Моше Рабену. Ашта Оэль Муэд, но потом он стал называться Оэль Муэд. Что здесь получилось после греха Золотого Тельца? Моше сказал, я свой шатер вытаскиваю. Бог ушел от вас, Шхина ушла, и я тоже вытащу, объясняет Мидраш. Сейчас посмотрим, что говорит Зоар. Май Муэд, что это Муэд? Раби Лазар Амар Летав. Что это, почему это называется Муэд? Муэд, собрание, это для добра. Раби Аба Амар Левиш. Раби Аба говорит, нет, это был позор для плохого. Он так назывался. Риби Лазар Амар Летав. Что это значит? Раби Лазар говорит, даже несмотря на то, что Моше взял Эрев Рав, этих сброд народов, которые вышли с евреями, это слишком сильно не повредило. Маму эди уйом хедва десихада десихара литосва беке душа. Говорит, что это Моэд? Это говорит, как день радости. Радости Шхины. Что Шхина? Шхина также называется Левана. Называется как Луна. В каждом празднике есть радость для Шхины. Потому что добавляется святость. И там не властвует на нем нечистые силы. Уфаха карела бишмада рахде... Бишма, дэль ахзаа дэха итрэхиг ми беннайгу вело итпеги. И здесь он назвал это Охель Моэд, говорит Раби Элазар. Почему Моше так назвал? Он сказал, что несмотря на то, что евреи сделали золотого тельца, Шхина не повредилась, не дай Бог, а всего лишь отдалилась от них. Поэтому Моше назвал свой шатер, шатер откровения, Охель Моэд, или шатер собрания. Поэтому назвал его, как мы сказали, Оэль Моэд, шатер собрания. Вериби Аба Амар Левиш, Риби Аба что сказал? Нет, Оэль Моэд это на плохо, на зло было названо. Деха бекадметахава Оэль Стам. Вначале он просто назывался Оэль, просто назывался шатер. До того, как сделали грех Золотого Тельца.
Он крепко стоял, как мы сказали вчера, что говорит Зоар, когда евреи получили Тору, сказали на Асе Венишма, смерть ушла из этого мира для евреев. Кемада Атамар, как написано, Оэль Балин А, Ицан, Балиса, Етидотав на Нецах, Вяшта Оэль Моэд. Сейчас он называется Оэль Моэд, после греха Золотого Тельца, что это временное место стало. То было навеки, а сейчас временное. Дальше говорит он, בקד מתה למהב חיין, ארוכין לעלמד אלא ישלוט באומותיו. Вначале он назывался просто шатер, и он давал длинную жизнь, и не было смерти в мире. מכאן ועלה, אוהל מועד, а теперь называется אוהל מועד, теперь есть смерть. כמד אדמר, כאן написано, ובית מועד לכל חי, השתה התייהיב בזמנה וחיין כקצובין לעלמה. С того времени, как они сделали этого золотого тельца, что получилось? Бог дает им определенное время жить. А не бессмертие. Бессмертие ушло. А до этого было то же самое? А до этого было бессмертие. После принятия Торы до греха Золотого Тельца снова пришло бессмертие в мир, как было до греха Адама Ришона. Евреи поднялись на ступень Адама Ришона до греха. Поэтому яд смерти из Зогама, нечистота смерти от них ушла. Дальше говорит Зоар, «Бекад метала итпегим, вехашта итпегим, начали...» До греха Золотого Тельца не было ущерба, а сейчас появился ущерб. Что за ущерб? Бекадмета, хиббурта, визивуга, лисихара, бешимша, дела, ядун. Вначале говорит, единение, соединение Луны было с Солнцем. То есть Луна это Мархут, а Солнце это Тиферет. И они соединялись вместе с чистотой, четко. Мархут – это царство Всевышнего, Тиферет – это великолепие. Мархут – последняя ступень, то есть мы говорили с вами, мы можем просто отталкиваться от идеи, что Бог создал весь этот мир для того, чтобы проявить свое царство в мире. Поэтому он говорит, там это великолепие и царство соединяются. А что Оэль-Муэд, сейчас называется это Оэль-Муэд. Намекнуть нам зивуга дильхон мизман лизман, то если раньше единение Тиферет и Мархут было цельным и постоянным, а сейчас оно стало временным, от времени к времени. У кинках, поэтому он говорит, векаралу ойлмуэд мадела авакодем, поэтому называется ойлмуэд местом собрания или местом собрания от времени к времени. А раньше был просто ойль, просто шатер, где это единение и соединение было постоянным. Ваальда оэль муэд кара, ваальда оэль муэд карелед, ашар ябез, ман кацив лехол алма. Поэтому называется оэль муэд, потому что теперь получилась здесь временная жизнь для людей на земле. У каждого есть свой отрезок жизни в этом мире. Вальдара за демила, это говорит секрет этих слов. Идиминале айла, идиминале тата. Есть правая часть, то есть это хесед, святая часть. И есть она наверху, есть она внизу, то есть в нечистые силы. Есть хесед, дик душа, есть хесед, милосердие, святость. И есть хесед, детума, нечистоты. Это у арабов, у них тоже хесед. Сегодня они говорят, там надо нам 5-10 жен, туда пойдем, будет 70 девственниц, все это. Они думают, что они добро делают. Они умирают, как думают ради своего Бога, думают, они мицву делают. Вот это, как они думают, милосердие в нечистоте это. Ицемала лейла, вицемала это так. Мы сказали, есть левая сторона наверху, гвура это от душа, от святости. Вечмала это так, и есть левая часть, нечистые силы внизу. Есть правая часть наверху в святости, внизу в нечистоте. Сказали, есть левая сторона наверху, в святости, высшей святости, пробудить любовь. Соединить луну, то есть сферу Мархут, в святом месте, стиферет, чтобы они вместе светили. А есть левая часть на земле, внизу имеется в виду, которая разделяет любовь наверху.
Витпереш ла мильнагара бишимша улиткарва бахаде, и она разделяет ее и не дает солнцу, мидат тиферет, приблизиться к ней. Веда гу ситра дехивья биша. И это что? Сторона змея, злодея. Дехаце мала да дильтата от арат. Почему, когда левая часть внизу пробуждается, кеден машихла лисихара да фришла милела, тогда она притягивает к луне, то есть к сфере мархут имеется в виду, и разделяет ее наверху, от тиферет. Виштакахат нехураа видабакат бихивья. И что? Свет ее тушится, и она прилипает к змею. Ухденш и вадмута летата лехула, и тогда она приносит смерть в этот мир. Всем. Дидабакат бехивья витрахакад ми илана дехае. Почему? Потому что она сейчас прилипла к змею и отдалилась от дерева жизни. Вальда гарим мута лехула алма. И поэтому приходит... и поэтому этот змей принес смерть в этот мир. Когда Адам Ришон съел с дерева познания добра и зла. И что получилось? Из-за того, что он съел с дерева познания добра и зла, он отдалился от дерева жизни. Веда му кадиста ав магдеша. И так, говорит, было, когда осквернился Бет-Амикдаш. Адзимна кациев дейтаканат сихара. До того времени, пока исправится луна, то есть сфера Мархут. Ветавале нагара вле анагара, и вернется, чтобы светить. Ведаву Огель Моэд. Поэтому называется этот шатер Муше Огель Моэд. Временное жилище получилось там. До этого было постоянно. Вальда Йошуа ла мит эла беэта де нахажда. Поэтому говорит Зоар, Йошуа умер только из-за змея. Что Йошуа не должен, он не ушел. Что хахами говорят, кто убивает? Змей убивает? Нет, не змей убивает, а грех убивает. Поэтому говорит Зоар Рахамим, что Йошуа не согрешил, но умер только из-за того, что змей принес смерть в мир. Декарив уфагим мишкена кидкам кидкадмета. Что этот змей приблизился к мишкану, к сфере Мархут, и опять навредил, как в начале. У Адама Ришона, веда ураза дихтиви, про это секрет написано, в Йошуа бинун наар, что написано, Йошуа бинун молодой. Де аф альгав ди юн наар летата лекабла нехура, несмотря на то, что он назвался наар, молодым, внизу получить свет, что он удостоился, говорит, уровня ангела, которого звали Матат, который назывался тоже наар. И Йошуа, он не согрешил с грехом Золотого Тельца. Где был Йошуа? Моше поднялся на гору Синай, а Йошуа пошел и жил у подножия горы 40 дней и 40 ночей. Он не согрешил в грехе Золотого Тельца. Но несмотря на это, ло ямиш митоха оэль. Но что написано? Что ло ямиш митоха оэль? Йошуа